Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким. И мы с вами на участке, где строим дом с гаражом. Дом у нас уже закончен. Теперь остается нам сделать с вами лестницы. Сейчас мы пойдем посмотрим все работы, которые мы провели, сделали. Так, вот у нас подъем между первым и вторым этажем. Видим то, что здесь сделана арматура на щите. Разграничены сразу у нас ступени. Мы их нарисовали сначала сбоку. По проекту мы у нас было залитие плиты первоначально, но размеров определенных не было по лестнице, поэтому выполним оптимальный вариант. Посчитали, чтобы ступеньки были невысокие и в то же время удобно было подниматься. Вот таким образом все выглядит. Теперь можно приступать вот к заливке. Поднимем площадку еще. Там будет у нас одна ступенька. Так называемая забежная. И после заливки будет у нас комплект готовый. Здесь на втором этаже у нас все сделано. Потолок утепленный полностью. Везде. Санузле тоже. Здесь оставили люк на чердак. И еще одна комната. Все утепленное. Все завершено. Осталась у нас только одна лестница, которую мы сейчас начнем заливать.